Всем доброго времени суток. Сегодня у нас какая-то непонятная такая погода. Но тем не менее решил выехать попробовать здесь карасика помормышить. Что из этого выйдет? Здесь плотвичка хорошая есть, но почему-то она у нас на удочку не клюет. Сейчас какой-то тычочек вроде был. Сейчас уже поздновато, с одной стороны, но в такую погоду карась, в принципе, может клевать в течение всего дня. Так что сейчас посмотрим, что у нас выйдет из всей нашей задумки. Может, плотвичка какая. Здесь вот ручей впадает, и здесь вот постоянно рыбка в этом месте крутится. Так что будем... Так что будем смотреть, что у нас из этого выйдет. Так вроде поигрывают какие-то карапузики. Но, скорее всего, малек. О! Нет, отцепился. Все позарастало. Потом попробую, может быть, попробую щучку половить. Что-то пока ни одной поклевки нету. Не хочет ни карась, ни плотвичка клевать. Может, окунек нарисуется. Окунь здесь тоже есть, но что-то редкий гость в последнее время он здесь стал. Или его щука выбила, или не знаю. Так, кто-то у меня клюнул. И этот кто-то вот такой. Вот такой карасик. Клюнул с таким ударом. Я думал, там щуканчик. Не хочет на наминошечку. Поставим сейчас вот такой нано-джавастик. Посмотрим, что у нас получится. Активная какая-то рыбка, видно, что вроде балдеет. Мелочь какая-то пузатая. Здесь мальки, тут видно вообще малечки. Тут вообще болотина, можно сказать. Здесь более-менее ручеек впадает, какую-никакую свежую воду несет. Рыбка тут постоянно крутится. Кто-то у меня клюнул. Это кто-то вот такой карасик. Чи-чи-чи-чи-чи. Кто-то, иди сюда. Такой карасик клюнул на мотыля Беркли.
Росишка. Вот такой вот. Перешел маленько подальше по берегу. Ну что-то тишина. Не хочет карась клевать. Мелкого, наверное, всего щука повыбила, а крупный сильно осторожный. И черт, может, погода такая. Посмотрю, может, перееду куда. Хитрый еще не карась больно. Поставил на мормышку танту в надежде хоть на щуканчика какого-нибудь. Что-то раза три уже забросил, тишина. Не хотят шнурки. Мальки вон муху теребят. Вон играют какие-то. Клевать не хотят, гады. Пойду сейчас возьму другой спиннинг. Ого! Вот тебе надежда на щуканчика. Щуканчик ли? Ё-моё, это карась. Тихо-тихо-тихо-тихо. Это вот такой карась. Зацепился мухой за верхний плавник. Я уже думал, щукан. Блин, не отцепишь. Вот такой карасик. Карась ведь хороший, но какой-то больно гад осторожный. Да. А я-то думал, сейчас с щуканом поборюсь. А тут вон чего. Неужели на танту вышел? А кибарик его забагрил. Кибагрик надо его звать, а не кибарик. Я уже обрадовался, думаю, сейчас, блин, со щуканом пободаюсь на Кощее. Мальки муху пытаются сожрать. Там малек-то сам с муху. А все туда же. Хищник. Решил я сделать ход конем и немножко обмельчиться. Поставил, наконец-то нашел я там мормышку 0,2 грамма, кусочек мотыля маленький. Сейчас посмотрим, что получится. Может, как-то повлияет. И мормышечку поставил светленькую. Может, повлияет как-то на клев. Может, не повлияет. О, играет. Так,
0,2 грамма кидает примерно. Так. Ну сколько тут? Ну метров 10 точно есть. Вот такая вот мормышечка. Вообще малюська. Ну, муху пока не стал снимать, черт его знает. Да, но с ветром, наверное, такую мормышечку ты уже не пошвыряешь сильно-то. О, кто-то долбит. Ага. Эх ты! Это был у нас карась. Но крючочек очень маленький. Поэтому что-то промахнулся. Ну что, белую мормышку поставил. 0,2 грамма, обмельчился чуть-чуть. Уже, в принципе, две поклевочки. Ну, крючочек мелковастый. О. Еще поклевка была. Так, ну что, может, дело пойдет? Ага. Обмельчился. И вот он, вот такой карасик, вот на такую вот мормышечку. Все-таки уже попроще. Так, дальше пробуем. Что влияет? Или мормышка светлая, или то, что меньше. Но, тем не менее, вроде как-то поклевки начались. А может, уже и кончились? Такие у нас трактористы тут с музоном ездят. Так, пока смотрел на тракториста, произошла интересная штука. Ах ты! О, была поклевка, потянул и бросил паразит. Слушайте, вот мормышку поменял, уже как-то вроде повеселее стало. Вроде хоть какие-то уже поклевочки пошли, так, через раз.
помельче. А? Вот паразиты, смотрите, а? Ну обманывают гады. Может, крючочек просто маленький сильно. Может, муху теребят. Так, так, так. Что-то поклевка? Нет. Какая-то не пойми чего. Вот, а это уже щучка где-то сыграла. Травка опять, конечно. Так, пытается вроде клюнуть кто-то. Ага. Ты что ты будешь делать, а? Что за обман? Мальчики. Может, мальки тягают? Или может, плотвичка? Да, тоже осторожная. Так, еще у нас клюнул карасик. Вот помельче. Вот такой. Как 0,2 грамма кидает, сами видите, да? Это еще муха парусит. Но правда мормышка вольфрамовая. О, кто-то сейчас дернул. Нападение. Ветер-то какой-то сегодня восточный. Неправильный. У нас обычно при восточном вообще не клюет нифига. О-о-о, поклевка. Пытается клюнуть карасяра. О, блин, всю рыбу распугал мне. Эх, убежал, гад. Маленький крючочек, мелковатый. Ну, тем не менее, хоть... Поклевки какие-то пошли, когда умельчился. Опять что ли? Значит, тут карась-то шарился, вот просто он... Мормышка не такая была. Да, надо какой-то... мини-пацачек себе сделать.